Плохо прячешься, Костя. В следующий раз попробуй из-за угла. Ну что же, пора вытряхнуть железнодорожные скелеты из шкафов. История железных дорог России началась с конца 1830-х годов. За это время было построено множество прекрасных вокзалов, мостов, депо и мастерских. Сооружено и проложено 1000 километров путей, тоннелей, а позже контактных проводов. Переведено бесчисленное количество стрелок и сменено не меньшее количество колесных пар. К моему сожалению, многие железнодорожные сооружения – свидетели судьбоносных событий и простых человеческих историй. Памятники архитектуры и образцы инженерной мысли сейчас покоятся в руинах. То, что еще недавно воспринималось как символ гордости и прогресса, сегодня в лучшем случае может послужить местом для фотосессий. Уважаемый, ну совесть-то надо иметь. Чего? Че надо? Я не хочу ворчать по поводу того, что мы не ценим нашу историю, но я хочу ее сохранить, потому что уже завтра от нее ничего не останется. Это железнодорожный сталкер, проект товарищества историков российских железных дорог. Вместе с вами мы будем исследовать интересные заброшенные железнодорожные объекты, а также исследовать причины, почему они со временем приходят в запустение. В этом нелегком деле мне будет помогать Константин. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о северной трассе Малой Октябрьской железной дороги. На самом деле, железная дорога в Озерках вовсе не является заброшенной. Уже в начале лета юные железнодорожники поведут здесь составы до следующего разъезда Юнной. Тогда, казалось бы, что мы здесь делаем? Все ответы на эти вопросы мы получим чуть позже. А пока давайте просто насладимся тем, где мы находимся. Я очень люблю эту дорогу, потому что она мне напоминает узкоколейные линии, которые я видел в молодости. Наверное, самое главное, что здесь нет вот этого дурацкого бетона, вот этих здоровых рельсов, которые должны лежать на железной дороге широкой колеи. Здесь все именно по-настоящему узкоколейное. Я даже не знаю, где еще такую дорогу можно найти, чтобы объяснить вам, что чувствовал я лет так 30 назад. Из послевоенной истории Ленинграда мы знаем, что Малая Октябрьская железная дорога была построена в августе 1948 года, то есть уже через 3 года после Великой Победы. Но тогда возникает законный вопрос, откуда здесь рельсы, на клеймах которых написано 1878 год? Они уже были здесь или их привезли? Утка, 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 утка. Ответ на этот вопрос мы получим позднее. Но мне кажется, для начала было бы очень полезно побольше рассказать про северную трассу Малой Октябрьской железной дороги, а заодно и о том, как вообще устроена узкоколейная железная дорога. Северная трасса Малой Октябрьской железной дороги на самом деле слишком громкое название. Между двумя тупиковыми станциями Озерная, которая сзади нас, и разъездом Юной всего 900 метров пути. И сейчас мы пройдем практически всю трассу и посмотрим ее. Отправляемся в путь. Она мне очень нравится, потому что всем своим обликом напоминает любимую мною и ныне уже разобранную Рязано-Владимирскую железную дорогу. Такие же деревянные шпалы, легкие рельсы, настоящие узкоколейные, песчаный балласт,
никакого вот этого современного железобетона, который появился в 70-е годы, никакого щебня. И в атмосфере вот этого парка чем-то напоминает типичную скакалейку Министерства путей сообщения этих 60-х, 70-х годов. Отличия есть, но, правда, небольшие. Ну, во-первых, здесь лежат не шпалы, а полушпалы, то есть это настоящие шпалы ширококолейные, которые распилены напополам. Ну, потому что если мы сравним колею, то широкая колея у нас 1520 пополам, значит, это у нас сколько будет? 760 миллиметров, а здесь 750, поэтому такой вариант вполне годится. Часто задают вопрос и путают, говорят, детские железные дороги – это что-то такое игрушечное, представляют себе скорее железнодорожные модельки, а на самом деле это самая настоящая узкоколейная железная дорога, построенная по нормам, которые впервые были приняты в 1928 году, был принят отраслевой стандарт. Согласно этому отраслевому стандарту, ширина колеи стандартная для узкоколейных железных дорог могла быть или 1000, или 750 миллиметров. И когда в 1935 году было решено построить первую вот такую пионерскую детскую железную дорогу, она открылась в Тбилиси, то ее уже строили вот по этим обычным промышленным стандартам. То есть никакая это не игрушечная железная дорога, это самая настоящая железная дорога, по которой ходит реальный подвижной состав. Не каждый желающий может позволить себе пройтись по заброшенным железным дорогам. В этом случае большую помощь окажут книги участника нашего товарищества Сергея Костыгова. Одна из них посвящена походу по узкоколейкам Пермского края. Вторая рассказывает про золотую осень в Коми и опять на узкоколейных железных дорогах. Книги богато иллюстрированы. Честно говоря, сам я там не был, но когда прочитал эти книжки, как будто побывал там. Рекомендую вам сделать то же самое. Если вы заинтересовались, напишите нам на адрес электронной почты. Его я оставил в описании к видео. Детская железная дорога – это прежде всего профориентационное учреждение. Здесь готовят будущие кадры для настоящих стальных магистралей. Многие выпускники детских железных дорог впоследствии стали руководителями очень большого ранга. Я не буду называть фамилии, но могу сказать честно, что несколько вице-директоров УАО РЖД в свое время были юными железнодорожниками. Может быть, благодаря этому отношение старшего брата больших железных дорог, их управляющих, к малым детским железным дорогам остается не только положительным, но и душевным. Они заботятся о том, чтобы это дело продолжалось. У меня в руках книга, которую написал первый юный машинист Малой Октябрьской железной дороги, вот этой северной трассы, ныне уже ушедший Андрей Константинович Филиппов. Очень интересная книга. Что меня поразило? Ну, во-первых, между приказом начальника о строительстве и введением трассы в строй прошло всего полтора года. Трасса получилась очень интересная. Она, конечно, не такая, как сейчас. Постепенно от нее отрезали по куску. И вот 900 метров, по которым мы ходим, это все, что осталось. В какой-то момент стало понятно, что все-таки это слишком маленький кусок остался от детской железной дороги. И появилось новое решение – продлить ее на север. Трассу было решено удлинить за счет того, что вот тут проходит небольшая ширококолейная ветвь, которая ведет и на станцию, и имеет ус на нефтеперегонную базу. Инженеры предложили положить третью нитку, как это было часто до революции. То есть и широкая колея, и узкая колея по одной насыпи вместе идут, три рельса. И ходит подвижной состав и такой, и сякой. Идея была реализована. Получилась очень приятная веточка, идущая по очень живописным местам, заканчивающаяся рядом с карьером. Там люди купаются, на лодочках плавают. В общем, курорт. Если бы удалось вот эту инфраструктуру сделать, чтобы вписать работу детской железной дороги с доставкой туристов, это вообще была бы сказка. Но включился совершенно другой фактор. Он заключался в том, что все-таки согласовывать поезда широкой колеи, то есть нормального железнодорожного предприятия, с детским учебным предприятием было очень сложно и небезопасно. Поэтому дорога просуществовала всего пару сезонов, а потом
ее закрыли вот в том виде. Мне удалось по ней прогуляться еще в период, когда она работала. Я взял с собой фотоаппарат, ходил, фотографировал. Очень такие там уютные кадры получались. Вот эти три нитки, очень интересные стрелки, необычные. Но там меня собаки чуть не покусали. Это когда тут вот в городской среде и много людей, бродячие собаки — это здорово. Их можно покормить, руку им протянуть. А вот когда они на своей территории, все немножко по-другому. Большая хорошая палка решила вопрос. Собак я отогнал, пошел дальше. Первые паровозы Малой Октябрьской. ПТ-401 и ПТ-402. Что такого в них необычного? Ну, с моей точки зрения, любой узкоколейный паровоз необычен. Он слишком миниатюрен. Он напоминает вот такого гнома, очень интересного, пышущего паром. Поэтому каждый узкоколейный паровоз, где-либо как-то упомянутый, для меня имеет большое значение. По тем временам это совершенно обычные машины. ПТ обозначает промышленный транспорт, 4 – это нагрузка на ось. Номера тоже не очень стандартные. Понятно, что детская железная дорога, значит, присвоили новые номера. Первый паровоз и второй паровоз. На самом деле, как выясняется из истории, эти паровозы были взяты на базе Балтфлота в Эстонии. И изначально имели номера 088 и 089. Мы находимся в музее Малой Октябрьской железной дороги около тепловоза Ту-3-001. Такие тепловозы строились в Чехословакии для нашей страны. И на северной трассе в 1965 году заменили паровую тягу. Такое ласковое название локомотива «Тузик» на самом деле неверно, потому что здесь написано ТУ-3, тепловоз узкоколейный третьей модели. Построен в Чехословакии. В нашу страну поставлено не так много машин, и, как мы видим, здесь самый первый из поставленных в нашу страну таких тепловозов. Табличка ЧКД, завод Чешско-Моравска, Колбин-Даник. Мало кто знает, как это переводится. Кроме того, этот же самый завод строил очень много других локомотивов. Например, вполне известные нам локомотивы широкой колеи серии HM3. Изначально данный локомотив предназначался вовсе не для детских железных дорог, а для дорог лесной промышленности СССР. Но беда оказалась в том, что путь был слишком слабый на таких узкоколейках, и локомотив их ломал. Поэтому пришлось передать всю партию на детские железные дороги. У данного локомотива весьма необычная судьба. Хотя, казалось бы, необходимость его сохранения была ясна с самого начала, после списания на детской железной дороге. Но его отставили на самые дальние пути, он долго гнил и практически был потерян, если бы его внешний вид не восстановили совсем недавно и не привезли сюда. Что касается самой вот этой серии, то она не с потолка была взята, а изначально такие же локомотивы строились в самой Чехословакии для внутреннего потребления. Красный цвет – это нормальная заводская окраска для партии локомотивов, которая поставлялась в Советский Союз. В Чехословакии локомотивы имели другой окрас и несколько измененный внешний вид корпуса. Как правило, локомотивы данной серии ожидала гораздо более тяжелая судьба. Их все растащили на запчасти, на детали и сдали в металлолом. Повезло только вот этому первому номеру. Его удалось сохранить, хоть и не полностью, но, по крайней мере, мы можем на него теперь посмотреть. Э! Чё делаешь? А чё? Ну вот так шуточками и прибауточками мы уже 700 метров трассы прошли. Откуда мы это знаем? Вот у нас стоит пикетный столбик, на нем цифра 7. Седьмой пикет. Столбики ставятся через каждые 100 метров. Не только на этой дороге, но и вообще на всех железных дорогах нашей страны. Современное состояние этой железной дороги вызывает у меня двойственное впечатление. С одной стороны, вроде это и место для прогулок, а с другой стороны, здесь все вот так зажато заборами, какие-то свалки вокруг, вместо того великолепного леса, который когда-то здесь существовал. И это не случайно. В 90-е годы здесь началась приватизация земли и стали строить индивидуальные жилые дома или небольшие коттеджные застройки. Приватизаторы настолько торопились, что заборы подошли вплотную к железной дороге. И этот участок пути стал никому не нужен. Здесь уже не построить ни автодорогу,
ни дом не поставить. Благодаря этому Малая Октябрьская продолжила свое существование. За моей спиной, кстати, очень редкий вид светофора, почти не сохранившегося на наших железных дорогах, так называемый линзовый светофор. То есть в основном все светофоры прожекторные, они работают как фонарики. Несколько лампочек и каждая своего цвета. Здесь лампочка одна в этом светофоре, а линзы меняются, как раньше в семафоре, по кругу. И, соответственно, свет горит то зеленый, то желтый, то красный. Достаточно интересная вещь и практически нигде не сохранившаяся. Сейчас я укажу вам на еще один интересный факт. Но пока обратите внимание вот на такой странный изгиб при входе на станцию путей. Я вот сейчас уютно расположился на тупиковом упоре, но на самом деле это не тупик, а бывший главный путь. Это вот хорошо видно по трассировке, иначе это была бы просто какая-то чудовищная ошибка. Но со временем главным путем стал вот этот, и пришлось сделать вот такой изгиб. В ходе демонтажа Малой Октябрьской пришлось перекладывать схему станции Юной. Вот эти две входные стрелки уложили зеркально. Второй путь стал главным, а подход к нему пришлось изогнуть вот таким интересным образом. Ну вот, осталось совсем чуть-чуть. Мы уже почти подошли к станции. Ну вот, мы пришли в тупик. Дальше железной дороги нет. Городская застройка. Я думал, что Костя не выдержит этого путешествия. Он выдержал, но начал распадаться на части. Судьбина его такая. Мы проделали очень длинное путешествие, но так и не выяснили, откуда на этих рельсах клейма 1878 года. Об этом нам расскажет начальник Малой Октябрьской железной дороги Владимир Борисович Чиликин. О, приятно увидеться, Владимир Борисович. Поможете нам скелеты из шкафов повынимать железнодорожные? С удовольствием, прошу. Ну, пошли. Пойдемте. Хочу вас познакомить. Вот это наш первый железнодорожный скелет. Это не начальник, не первый начальник детской железной дороги? Нет, это наш вопрос. А откуда на детской железной дороге рельсы 1878 года? Ну, это приморская сестра рельская дорога, которая шла от Черной речки в свое время в Лисинос, и где, в принципе, она работала потом, ее перешили на узкую колею, а рельсы использовались со старой дороги. Так они дошли до наших времен. А что, вот такие рельсы можно использовать больше 100 лет? Они работают нормально? Ну, если все пойдет хорошо, мы их еще 100 лет будем использовать. Неужели настолько прочные или просто настолько бедные мы все тут? Нет, ну почему? Наверное, настолько прочные, скорее всего, бедность. Наша страна самая богатая. А мы можем сказать, что вот это какой-то такой скансен, что ли, музейный получается на северной трассе? Вот этот отголосок старинной истории. Ну, отголосок старинной истории, наверное, скорее всего, там же снимали все фильмы, и там же было, чем знаменита еще эта Приморская трасса, там поэты Серебряного века собирались, выпивали, писали стихи, и вот поэт, ну, не знаком, как там было написано. А в каком порядке? Сначала выпивали, а потом стихи писали? Или стихи писали и выпивали? Ну, как, любой поэт, он алкоголик, ну, или каждый алкоголик поэт, поэтому как там было, наверное. Сначала выпивали, да, потом писали. А что написано, например, какие поэты Серебряного века? Ну, Александр Блок, поэма «Незнакомка», написана именно на станции Озерная, в ресторане станции Озерная. Шуваловский вокзал, вот эти рестораны между Шуваловским вокзалом и станцией Озерная были любимым местом поэтов Серебряного века, в частности, Александра Блока. Рестораны сохранились? Рестораны нет, а здания, да. Вот оно как. Жалко, что ресторанов, конечно, нет. Вот я с Блоком плохо знаком, а что-нибудь процитировать из этой... Поэму можно? Ну а как же, самые главные слова. И пьяницы с глазами кроликов, «In vino veritas» кричат. Ничего про железнодорожных сталкеров там нет вот почему-то. Ну, зато про пьяниц много. Ну мы их там видели, кстати, на трассе, пока ходили, и одного даже шуганул. Чего?
Да, там станция Графская, там это любимое сейчас место современных пьяниц. Если видели, это бывшая станция Графская, и вот там сейчас как раз такой ресторан «Бревно» у нас под открытым небом на детской дороге. В зимний период. Летом там дети, зимой поэты. Почему именно в этом месте? Что, больше мест не было? Вот почему выбрали северную трассу? Ну, во-первых, это было живописное место. Много озер было. И вот частично там уже как бы проходила просека, колея. И там мы выбрали самое красивое место. Тогда же для детей самое лучшее выбирали. Поэтому, наверное, и выбрали. Песчаные дюны, озера. Озера и сосновый лес. А насколько все-таки вот сохранился этот путь по сравнению вот с тем дореволюционным? То есть много чего же осталось или что-то меняли за эти годы? Ну, шпалы, наверное, только поменяли, а все остальное, рельсы, стрелки, это все осталось с тех времен, по крайней мере. Все замки Мелентьева, это все с того времени. Замки Мелентьева? Ну, это уже, ну, они немножко попозже встали, парад Александрова и замки Мелентьева, но рельсы и стрелки все с тех времен. Замки Мелентьева, это я понимаю, на стрелках, да, чтобы дураки их не могли переключить, да, без разрешения. Да, это первая полуавтоблокировка, это да, замок Мелентьева и парад Александрова. А куда дальше-то шла дорога в итоге, если это Приморская? Она от Черной речки шла, и в районе Шувалова она впадала как раз как река в финляндскую дорогу, которая шла в Лисинос туда дальше, Сестрорецк. То есть они как раз были, этот кусочек был от Шувалова до Черной речки. Потому что много кто знает вот о этой Сестрорецкой дороге, где вот эти вот паровозики ходили, трамвайные, но как-то я мало слышу, что еще одна ветка была как раз на Озерки. Вот эта вот ветка и была как раз маленькая, Приморской дорожки. Ну что, карту посмотрим? Посмотрим. Вот я вижу и подтверждение ваших слов. Это план Приморской, Сестрорецкой железной дороги. Как бы нашей, вот она, как она раньше проходила. А это план уже детской железной дороги. Детской железной дороги. Вот он как раз тот участок, который совпадает. А, ну то есть вот оно и получается. Вот я вижу, и тут насыпь идет. Так и же, там, да. И там то же самое, ясно. Вот здесь вот фотографии есть вокзала Озерки, как раз вот где детская железная дорога, и сохранившееся здание кассы, и вот где ресторана, которое сейчас вот это здание существует. А, точно, мы мимо него проходили, я там мужика гонял как раз. Да, там сейчас вот живут какие-то заброшенные оно наполовину, но тем не менее. Вот принято решение городом восстановить это здание. Вот это... фотография. Это станции Озерки, тоже того периода. Ой, какие вагончики-то интересные были. Да, были вагончики. И вот еще целый состав тоже. Вот станция Приморской железной дороги. Так это чего? Это вот это и есть, это Черная речка. Да, это Черная речка отсюда на старый, да. И вот этот кусочек вот шел. Понятно. Ну что, вопросов-то меньше не стало. Теперь надо на старую деревню ехать и разбираться, каким образом сходилась Озерковская ветка с Приморско-Сестрорецкой железной дорогой. Я так понимаю. Ну что, спасибо большое. Будем двигаться дальше. Ну вот мы и добрались до конечного пункта нашего путешествия. Приморский проспект, дом 15. Вот где-то здесь располагался вокзал Сестрорецкой железной дороги. Костя, не падай. И все-таки первая ветка, она шла на Озерки, там, где мы с вами уже были. Позже появилось ответвление на Сестрорецк, которое вскоре и стало доминирующим. Это было совершенно не случайно. В конце 19 века северное побережье Финского залива активно раздается под дачные участки для зажиточных жителей Петербурга. Прекрасный морской воздух, живописные песчаные дюны, вековые сосны. Все было создано для того, чтобы там появились не только дачи, но и водолечебный курорт в самом Сестрорецке. Логично, что для этого потребовался удобный рельсовый транспорт. В отличие от основной трассы, которая приходила в Санкт-Петербург с севера и управлялась финляндскими железными дорогами, Сестрорецкая, так же как и Ириновская, которые тоже находились на правом берегу Невы, руководились местными властями. Понятно, что эти дороги строились по пионерному принципу, как сказали бы американцы. То есть они были легкими, либо узкоколейными, либо трамвайного типа. И их участь была, в принципе, предрешена. Раньше или позже они должны были быть реконструированы и влиться в общий Санкт-Петербургский железнодорожный узел. Здание вокзала не сохранилось. Зато осталось несколько исторических фотографий, благодаря которым мы можем восстановить его облик. На рубеже 19 и 20 веков в России появляется много ярких
представителей деревянной архитектуры. Достаточно вспомнить усадьбу Мамонтовская под Москвой или, например, постройки Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. Но этот вокзал к архитектурным шедеврам не относился. Такое обычное заштатное трехэтажное здание, несколько даже нелепого вида, скорее он передавал дачный дух дороги. Природа ускорила решение вопроса. В 1924 году разразилось наводнение, и постройка вместе с путями канула в Лету, вернее, в Неву. После этого была проведена реконструкция дороги, а поезда стали приходить на Финляндский вокзал. Основное направление трассы сохранилось до сих пор, и жители Приморского района каждый день это наблюдают. Но трудно себе представить, что когда-то вместо вот этих огромных страшных электричек тут же ходили маленькие паровозики с уютными двухосными вагончиками, скорее похожими на трамвайные. И дух этой дороги, наверное, тоже был больше похож на то, что мы с вами раньше видели на Северной трассе. Подведем итоги. На сегодняшний день дорога находится в относительно благополучном состоянии, но будущее ее по-прежнему не ясно. Часто люди задаются вопросом, а зачем вообще сохранять историю техники? Интуитивно ответ на этот вопрос я давно для себя нашел. Но сформулировать его вот прямо сейчас я не смогу. Может быть, это удастся вам, если вы будете писать свои отклики на нашу работу. Самое страшное, когда я был гораздо моложе, мне было тяжело, когда сносили памятники истории, уничтожали технику, которая должна сегодня была бы быть в музеях. Позже я стал к этому относиться более спокойно. И вот эти душевные раны от того, что я видел 20-30 лет назад, наверное, уже зажили. Я пытаюсь стать сторонним наблюдателем, но что-то по-прежнему щемит в душе. Ну а на сегодня все. В следующем выпуске мы либо расскажем про дорогу, которая подходила к Бадаевским складам, либо посвятим передачу Императорскому вокзалу. Пока еще окончательного решения нет. Ждите, смотрите. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. А что вы тут делаете, а? Мужчина, ну иди уже отсюда, кино кончилось. Ну чё, ну ладно. Я вроде как ошибся фильмом. Это не тот кинофильм.